Эксперты предлагают ограничить рекламу букмекерских контор. Об этом сегодня они заявили за круглым столом. Встречу посвятили итогам заседания, прошедшего под председательством партии «Аманат» в Мажилисе. Присутствовали специалисты в области рекламы, психологи, а также представители ассоциации букмекеров. Они предлагают частично ограничить азартную рекламу в средствах массовой информации, а именно сократить время показа роликов на телеканалах. Меньше, по их мнению, должно быть и наружной рекламы. Было предложение, допустим, от радиостанции и от ТВ-каналов ограничить в принципе объем рекламы размещения букмекером в пределах 10% от всего рекламного размещения, то есть больше не давать этого. Ну, то есть даже если рекламодатель захочет, ну, сказать, извините, ваша квота исчерпана. Да? А, во-вторых, было предложение от телевидения по ограничению временному, то есть только вечером, в позднее время, да, чтобы ограничить детскую аудиторию от этой рекламы. А, был еще ряд предложений внесен, в том числе, например, по содержательной части обязательно дисклеймеры какие-то о том, что выигрыш не гарантирован. То есть дисклеймеры, которые будут пояснять и предупреждать население